Привет. Очередной челлендж с гири, но его могут сделать и нигиревики, кто угодно, лишь бы у вас были сильные руки. Задача – поднять гирю от земли вот таким образом, на количество. При выполнении этого упражнения нужно будет соблюдать одно правило. Зазор между локтями и полом должен быть не больше сантиметра, ну максимум двух. Локти сильно поднимать нельзя. Демонстрирую. Вот такое упражнение не засчитывается. Постарайтесь сделать примерно так. То есть чуть-чуть локоть может быть поднимется за счет негибкости кисти, но и только. Все, правило простое. Вот, взял гирю 32 килограмма. И сейчас сказала милый мой Лута, бросала милостыню, легла, и нет, да не брута, завернута в простыню. Мимозы скромные грозди желтят разлуку навек, гвоздик, забитые гвозди не остановят твой бег. Святое трио распалось, не держит землю гибель.